Ну, ми отже дочекалися вже нашої поважної гості. Будемо сьогодні спілкуватися про каміння, так? Про цілюще якесь каміння, мабуть. Так, незвичне, таємниче, цікаве. Інформація про камені, не про каміння, про Ах, про камені, камені. про коштовні, Ну, магічні якщо коштовні, то вже і готові ручки. лікувальні. І в цьому нам допоможе наш експерт Ельвіра. Доброго ранку. Вітаємо вас. Здравствуйте. Ельвіро, таке захоплення каменями. Як ви відчуваєте камені? Про що думаєте, коли торкаєтеся їх? І як ви навчилися їх розуміти? Ну, начнем с того, что не мы выбираем камни, а камни выбирают нас. И стоит увидеть камень, который действительно мой, мне подходит, он сам просится в руки. І ви розумієте їх властивості? Ну, не сразу. Я что-то чувствую, что-то узнаю, что-то читаю. В комплексе получается много информации. Многие говорят, что камень вещь холодная, а на самом деле как обстоит дело? Теплый он или холодный? Разные камни по-разному. То есть у каждого своя душа и свои свойства. Да, конечно. Те, що різні камені мають різну властивість і різний вплив на людину, це відчули ще наші далекі-далекі предки. І відтоді навчилися розуміти їх і Використовувати використовувати. певним чином. Да, один из самых первых, наверное, камней, вот, который наши далекие предки научились использовать, это собственный не камень, это жемчуг. Органическое вещество, которое очень положительно влияет на все системы в организме, скажем так. Так, наші Давай первины такие покажем его помогают. так. Ага. Вот. Ну и янтарь, собственно, тоже камнем не является. Это древесная смола. Это тоже один из самых первых камней. Какие наиболее, наверное, вот целебные камни можно вот Ну, целебные не выделить? все, То есть у но каждого свое свойство, да, да. какое-то? Но сегодня постаралась выбрать камни, влияющие положительно на щитовидку. Учитывая то, что это актуальная тема сейчас у многих, вот. От целебные свойства камней ощутили наши предки. И сейчас даже есть название для науки, для целебных свойств, для лечения камнями, литотерапия. Давайте посмотрим сюжет на эту тему. Дорогоцінні напівкоштовні камені здавна використовують як талісмани, призначення яких у тому, щоб оберігати власника від негараздів і приносити успіх. Крім того, вважають, що кристал може зцілити душу і захистити від пристріду. Потужний терапевтичний вплив робить самоцвіт, який носять на грудях. А ще в давні часи лікарі рекомендували пити вранці воду, в яку на ніч були занурені мінерали. Існує навіть такий термін, як літотерапія. В перекладі з грецької це цілительство за допомогою каменів, мінералів. Методи літотерапії вже тисячі років успішно застосовуються в різних країнах. В даний час інтерес до використання лікувальних властивостей каменів з кожним роком зростає. Проводяться наукові дослідження і вивчається благотворний вплив каменів на людину. Останнім часом літотерапію все частіше називають медициною 21-го століття. Як же відбувається процес літотерапії? Спочатку потрібно вибрати камінь, який оптимально підходить для вирішення вашої проблеми. Потім потрібно придбати відповідний кристал, зразок мінералу або ювелірну прикрасу і використовувати їх для лікування. Вибираючи мінерал або виріб з каменем, насамперед прислухайтеся до своїх відчуттів. Ви повинні відчувати позитивні емоції, коли дивитеся на нього або тримаєте його в руках. Найпростіший спосіб лікування каменями – носити ювелірні прикраси, амулети або обереги саме з тими дорогоцінними мінералами, які здатні вирішити вашу проблему. В наш час безліч прикрас зроблені зі штучних каменів, та люди й сьогодні вірять, що вони приносять удачу, щастя і багатство. Тому вибираючи в подарунок прикрасу і прагнучи, щоб вона приносила користь близькій вам людині, користуйтеся порадами фахівців, які допоможуть підібрати саме те, що потрібно. Скажите, пожалуйста, нам, Эльвира, вот мы затронули тему того, что камни имеют целебные свойства. Если мы говорим о лечении, допустим, щитовидки, то есть вы говорите, это янтарь, может быть, да? Не И не только. только янтарь. Как эти камни, собственно, процесс лечения проводят? Как они лечат? На что они влияют? Ну, для начала исчезают симптомы.
Вот, ну, там вот кашель, першение через какой-то горле, период ношения, да. Да? Но для этого ношение должно быть практически постоянным, хотя бы на протяжении нескольких недель. Вот, а дальше исчезает и сама причина, потому что вот некоторые камни... Давайте поговорим. Да. Сегодня мы хотим уделить внимание влиянию камней на щитовидную железу. Да. Значит, вот лабрадор, например, он выравнивает... Вот такого серого, прозрачного цвета. Он бывает камень. Не только серый, бывает еще черный, и зеленый. Даже это природный камень, да? Да. Я тоже хочу посмотреть. Вот такой вот перстень с лабрадором. Приятный такой на ощупь. Да. Он выравнивает гормональный фон. За счет этого опять-таки заболевание отступает. А скажите, пожалуйста, нужно изделие носить или можно камушек просто... Лучше всего необработанный. Конечно. Необработанный, да. Сохраняются его целебные свойства. Да, но необработанный это так, на ночь под подушечку. Да. Да, какие еще камни могут повлиять, благотворно повлиять на щитовидную железу? Так, содолит, вот он. Он очень похож на лазурит, их часто путают. Вот. Мне нравятся такие камни, гладкая такая. Этот камень даже убирает радиационное поражение. Даже так. Неужели? Да. То есть, конечно, он может стать надежным защитником для щитовидки. Да. То так. есть нужно он несколько. Противогазу. А вот противогаз может и не спасти. Противогаз ты точно не спасет. Но если вот камень наденешь, то еще может быть. Малахит на него положительно влияет. Опять-таки за счет воздействия на эмоции. Он сглаживает эмоции, он их притупляет. То есть человек не нервничает. Малахит. То есть те, кто носит малахит, имеет более спокойную нервную систему, да? Конечно. Смотри, как красиво. Настоящий малахит? Настоящий. Ну, тогда он показан не только... при нарушениях щитовидной железы, да. работы и железы. Людям, да, с расшатанной нервной системой. Да. А может быть при нервной работе, учителям, врачам, работникам телевидения. Работникам телевидения и людям, работающим в сфере шоу-бизнеса особенно, потому что он привлекает внимание окружающих. Да, действительно, такой необыкновенный камень не может не привлечь внимания. Ну и, конечно, кораллы, но кораллы здесь в перемешку с перламутром, они так наиболее сильно воздействуют, то есть они активизируют друг друга. Вот эти красные камушки, это что такое? Это кораллы. Тоже кораллы, да? Да. Вот здесь вы сказали, что два камня сочетаются и активизируют друг друга, то есть сочетание камней может оказывать более благотворное действие, а может наоборот. Или давать какой-то третий эффект. Есть камни абсолютно несочетаемые друг с другом, и если их носить вместе, то можно добиться эффекта абсолютно противоположного. Давайте поговорим, какие камни сочетаются, а какие нельзя ни в коем случае так. собирать в одно ожерелье. Ну вот, например, казалось бы, два зелененьких камня. Малахит и изумруд. Изумруд я даже не брала, их нельзя вместе класть даже. Я когда-то допустила ошибку, и мне пришлось изумрудное ожерелье просто выбросить. Да. Малахит отбирает у изумруда цвет и лишает его всех лечебных свойств. Ничего он себе. Его обесцвечивает. Хищник. Хищник, да, такой, да, это именно хищный камень. Вот поэтому в малахитовых шкатулочках лучше хранить сам малахит. Угу. Вот так вот. А так. С другими камнями его можно сочетать? Вот я смотрю, нежелательно. Здесь малахит в серебре не сочетается. Недаром Бажов писал, помнишь, хозяйка Медной горы, да? Где малахитов все время они использовали малахиты. В итоге, да, и у людей терялись все эмоции. Да, да. Еще в сказке писалось. Это абсолютно соответствует свойствам малахита, да. Вот, раухтопаз. Ну, это устаревшее его торговое название. Это, собственно, дымчатый кварц. Вот он. Он раскрепощает человека до такой степени, что все внутренние барьеры, ну, как бы растворяются. Вот для работников шоу-бизнеса. Да, отлично. Ну, кстати, и для бизнесменов, и политиков тоже очень хорошо. Ну, политикам лучше не говорить об этом. Да, об этом. Да, они у нас, по-моему, и так раскрепощены во всякой степени. А вот какие камни нельзя? Нельзя сочетать. Ну, вот, допустим, мы разговаривали, что малахит и изумруд нельзя. Еще какие? Нельзя сочетать лунные камни, вот тот же самый лабрадор, это черный лунный камень. Вот. Их нельзя сочетать с рубинами, с тем же самым янтарем. Солнечные. Да, да, это солнечные камни, камни Марса, их нельзя сочетать. А с металлами они сочетаются? Ну, вот малахит в золоте нежелательно носить. В серебре лучше, да? Да. А бирюзу наоборот, лучше в золоте. А тот же лунный камень в чем лучше обработать? Конечно, в серебре. В серебре, серебро, да? Это лунный металл, да. Скажите, пожалуйста, а как вот узнать, не обладая, допустим, специальными знаниями, можно ли выбрать для себя камень или наоборот почувствовать, что этот камень тебе может навредить?
Можно почувствовать просто. То есть, если кольцо тяжелое, да, кольцо тяжелое, да, на тебе, ты его снимешь. Если бывает, очень нравится, но носить, например, не можешь. Если руководствоваться не здравым смыслом, а ощущениями, то ошибиться очень сложно. Можно, не обладая никакими знаниями, интуитивно выбрать абсолютно свой камень. То есть, у меня сначала так и было. То есть, в выборе украшений, да, нужно все-таки подарки принимать очень осторожно для женщин, да? А руководствоваться своими ощущениями. Вот, кстати, жемчуг нежелательно принимать в подарок. Вот так вот. Вот так вот, да? Уважаемые мужчины, внимание. Вы все слышали, не дарите девушкам жемчуг. А почему? Если уже приняли в подарок, надо за него как-то символически заплатить. Почему так? Жемчуг – разрушитель иллюзий. Он считается камнем, приносящим слезы. Но, соответственно, разрушаются иллюзии. А если заплатишь денежку? Тогда он действует исключительно в положительных моментах. А поцелуем можно отблагодарить? Конечно. За подарок? Конечно. Вместо денежки. Скажите, а вот сапфир? Всем известно, это вот здесь голубые сапфиры, да? Вот такие, они не да? только голубые, они и синие. Ну, синие, да, да. Вот какой это камень? Сапфир – это, в принципе, его почему-то называют камнем смирения, камнем монахини. На самом деле это до такой степени мощный камень, что... Наверное, его должны носить только правящие особы, вот так вот. Это царственный камень такой. Это камень власти, власти над людьми. А мы возвращаемся к нашей вот теме, которую мы с вами определили, по поводу щитовидной железы. Давайте еще более интересно и побольше расскажем о камнях, которые могут помочь вот с этой проблемой. Как нужно абсолютно носить? Женский камень – это кахалонг. Вот, это молочный или фарфоровый опал. Очень красивый и необычный. Настолько вот у него казалось белоснежный. Простенький, беленький, но в то же время что-то в нем есть. Значит, за счет мощного очищения организма он выводит все токсины, абсолютно все. То есть он не только по цвету белый, а еще и другой, имеет очищающий эффект, да. Вот так, что-то еще. Тетя Ася проехала. Ага, ну так, да. Да-да-да, и навела порядок. И вот такая вот штучка, это пренит. Зелененький, да? Веришь, вот говорят, чтобы что-то помогло, нужно очень верить. Веришь ты или не веришь? Вот имеет значение? Независимо от веры, свойства камней остаются неизменными. Да, верит человек или не верит, а свойства на протяжении тысяч лет... не меняются. Рыцари украшали свои доспехи, дамы украшали свои наряды. Это все было не зря. Конечно, не зря. Но были камни, которые было запрещено носить женщинам. До 18 века нельзя было носить бриллианты. Да. Это был абсолютно мужской камень. Ну, женщины получили мужские качества, завоевали. И отобрали у мужчин бриллианты. И теперь мы маем это еще маем. Да. Ну что ж, у нас совсем немножечко времени осталось, остается. Пожелайте нашим телезрителям что-нибудь или посоветуйте им лучше еще что-нибудь. Я желаю нашим телезрителям в первую очередь здоровья, чтобы не приходилось обращаться к литотерапии, чтобы камни были просто приятными украшениями. Спасибо. Ну что ж, шановні друзі, ми дякуємо вам за увагу. Я сподіваюся, що ви скористаєтеся порадами. Можливо, ви дізналися щось нове. Головне, ми дізналися, що не треба дарувати, що там, жемчуг не треба дарувати. Да. От, любі чоловіки, головне, що не треба їм дарувати жемчуг. Видихніть. Ні, дарувати можна. Ну, це неправильно зрозуміло. Але тепер, але готуйтесь можна. До того, що вам тепер скажуть, даруйте золото, даруйте срібло, даруйте і ще діаманти. І діаманти. Головне, щоб була можливість для цього. Звичайно. Дякуємо за увагу, будьте здоровими.